Может быть, у Устиновой будет. А вон он и Виталия. Виталия! Устина! Мы взяли это, банан такой. Вон он, мимо. Мы в 12 поедем за Карендой. Ягод поесть. Сегодня разрешается. Ну, кому я сказал, то едет, значит, с нами. А вчера вечером, ночью, отправил Виталия домой. Так что за путешествие еще помолитесь. Че, он уехал? Уехал. Уехал. Любовь, еще никто не везет никуда. Видите, она отказалась от помощи. Она сама, я, говорит, буду идти. Ну это вообще. Уехали все. Ни одной машины нет или еще? Мачка, да ты это свой, заведи коляску. Иди ее. Кого? У тебя машина-то беленькая. Да она сейчас дойдет сама. Она сказала, мне самой надо идти. Все. Ну тогда ладно. Все. У каждого храма должен быть убогий какой-то. У нас тоже есть сейчас. При храме всегда. Юродивые, убогие. Уродивые, убогие. Уже вывод делает такой, что у нас Христос не исцеляет, обязательно у... А где Господь был, там убогих уже не было. Тут можем маленько подправить. Приводили как, приходили к нему убогие всякие. И сейчас приходят, но... Ладно. Все. Так а что? Кто едет там? Сказали, что сюда подходить. Да, подходите. Надо идти. Почему? А я-то рассчитывала на Виталика. Ну нет.